Что же такое трехфазная мойка? Я думаю, вряд ли вы знаете, что обычная бесконтактная мойка, к которой мы привыкли, это 90% всех царапин. Так вот, если вы хотите избежать этих проблем, вашему вниманию представляю трехфазную мойку, как она делается и что для этого нужно. Первая фаза. Состав от Megvit Preform называется. Низкощелочной первичный состав, который безопасно разъедает основную грязь. И мы ее удаляем аппаратом высокого давления. Итак, погнали. Вот как работает первичный состав. Он у нас разъедает основную грязь всю. Ну и, соответственно, реагенты тоже. Первая фаза сделана, и если сейчас мы начнем протирать машину, вот тогда мы ее будем царапать, как это делают на обычных бесконтактных мойках. Но мы берем вторую фазу, это шампунь, hand shampoo называется, слабокислотный шампунь для ручной мойки. Итак, вторая фаза. Итак, слабокислотный шампунь и вторая фаза. Слабокислотный шампунь у нас нейтрализует щелочь от первой фазы и превращает ее в абсолютно нейтральный состав. А крупнопористая губка поможет нам безопасно и бережно очистить и отмыть лакокрасочное покрытие и кузов от статической грязи. И хочу добавить, что мы не царапаем кузов, потому что первичным составом первой фазы мы смыли всю основную грязь. Сейчас остается только статика. Вторая фаза закончена. Сейчас у нас автомобиль именно бережно отмыт. И приступаем к третьей фазе. Это защита, придание гидрофобного эффекта, блеска, ну и, соответственно, глубины такой цвета. Прям классный. Для этого мы используем шампунь MegaVax. Отличительная особенность защитного покрытия MegaVax – это то, что оно как бы встраивается, шипит на лакокрасочном покрытии и образует устойчивую защитную пленку, придает блеск, такие гладкие свойства лакокрасочному покрытию и реальная защита. Вот вы видели полный цикл трехфазной мойки. Сейчас машину необходимо просушить. Для этого есть несколько видов сушки. Это микрофибровые специальные полотенца из скрученной микрофибры, либо это полотенце и специальный аппарат турбосушка называется. Он высушивает кузов и, соответственно, все проемы. Сделали мы трехфазную мойку. Что же это такое все-таки? Первое, это самая безопасная мойка для лакокрасочного покрытия в сравнении с обычными бесконтактными мойками. И второе, это защитные свойства, гидрофобный эффект, блеск. Ну и, соответственно, посмотрите сами, как выглядит машина после трехфазной мойки. Я думаю, что комментарии здесь излишни. Приезжайте, делайте качественные мойки, следите за своими автомобилями. Пока!